Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Екатерину Порубель. Как похудела Серафима Прекрасная, как она переобразилась и как выглядит на сегодняшний день. Уже прошло более 10 лет, как на экране появилась картина «Серафима Прекрасная». С тех пор Екатерина Порубель, ее главная героиня, очень сильно изменилась и сейчас вовсе не похожа на ту неуверенную в себе деревенскую девушку. Когда на экране появился этот фильм, зрители сразу же прониклись судьбой героини. Фильм был обречен на популярность. Екатерина Порубель сыграла роль 40-летней деревенской женщины, поэтому все были уверены, что сама девушка с ее самобытной красотой и обаянием также родом из деревни. Но оказалось иначе. Екатерина – коренная москвичка. Школьных лет она участвовала в театральном кружке и уже тогда играла крупных, самобытных и непосредственных героинь. Именно там и открылся актерский талант Екатерины, который помог ей без труда поступить в Щукинское училище. После яркой роли провинциальной Серафимы карьера Екатерины пошла в гору. На съемках фильма произошла судьбоносная встреча актрисы со своим будущим мужем Анатолием Левинцом, который работал осветителем в этом фильме. Мужчина не мог пройти мимо красавицы со славянской внешностью. И через год после их встречи у пары состоялась свадьба. Екатерина до этого брака воспитывала сына Савву, который появился на свет, когда она еще не была замужем. С биологическим отцом Саввы она не общается, да и к тому же, как оказалось, ребенок был ему совершенно не нужен. Теперь Анатолий стал мальчику настоящим отцом, сразу нашел общий язык с ребенком. Через год у пары родился общий сын Лука, а в 2017-м сын, которого назвали Лев. Екатерина считает себя самой счастливой на свете женщиной и мамой трех сыновей-богатырей. Но на этом дело еще не заканчивается. Она очень хочет родить еще и девочку. Жизнь Екатерины очень насыщена. Любимая работа, домашние заботы о родных и близких. Такая активная жизнь превратила актрису с пышными формами в стройную женщину. Екатерина похудела и стала выглядеть совершенно иначе. Теперь от внешности сельской самобытной женщины не осталось никакого следа. Хочется пожелать этой замечательной актрисе побольше новых интересных ролей. Всего и самого замечательного. Всех благодарю за внимание. Спасибо большое, что досмотрели ролик до конца. Желаю вам также всего самого наилучшего и всего доброго. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.